Утро в саванне, друзья, это отдельная вообще такая история. Львы, когда бодрые, отдохнувшие, и интересно наблюдать. Тут у них всякие взаимоотношения такие, в том числе и выяснение отношений. Вот мы с вами видим, ребята из среднего прайда уже пришли к территории, которую главный прайд считает своей, и вот уже начинают они даже с теми львами, что в вольерах, выяснять отношения. Средний прайд решил, что он теперь главный прайд. Ну и, надо сказать, имеют некоторые основания для этого, потому что в среднем прайде действительно сформировалась такая мощная группа львов. И вот они теперь свои права предъявляют. Казанова поглядывает на это все с неодобрением. Он за то, чтобы жить мирно. Он вообще такой левушка своеобразный, себе на уме. Но это ему и помогает порой в саванне быть эгоистом выгоднее, чем подставлять, так сказать, свою голову под удары за кого-то. Так, средний прайд у нас пошел к пруду. Так, вот с этой стороны красавчик поглядывает. Вот, друзья, где художники? С таких львов только картины писать. Увидел, что его друзья ушли, и, наверное, решил следом за ними. Так, и Казанова тоже ушел. Ну, львы так постоянно, они в течение дня несколько раз меняют локации. Нет такого, что они привязаны к одному месту. У них есть любимые места, но, как правило, это несколько разных таких территорий в саванне. Одно из них как раз вот это место у пруда. Здесь тоже они любят собираться. Особенно летом, в жару, там прохладненько.
Нет, не за своими друзьями ушел, а куда-то пошел в сторону Львиного пляжа. Такие вот, друзья, зарисовки из крымской саванны.